и настроены тоже на победу. И я думаю, близки они будут к медалям. А вот каким медалям, мы посмотрим уже на протяжении оставшихся поединков. На татами представитель Таджикистана Рахимов. И борется он с представителем Молдовы Николай. Вот такая фамилия, Николай. Николай, может быть, неправильно, поскольку имя, скорее всего. А вот Николай, на спине мы видим, да и у вас, наверное, в протоколе есть. Фамилия Цебан. Цебан, Цебан, да? Николай. Я думаю, просто перепутали, да. Да, совершенно верно. Такое бывает. Нередко, но встречается. Ну и с нами бывало не раз, когда мы уезжали за границу, именами называли нас. Подхват изнутри представитель Таджикистана. Третий представитель Таджикистана удивляет публику. И вот слышим мы сразу восприятие, реакция на трибуну. Ну, вы знаете, вчера, когда был парад, было открытие, было много аплодисментов по объявлению стран. И самые бурные овации, эмоции были, когда объявляли.